большой ассортимент боксов у нас в наличии. В общем-то, как всегда, и самые ходовые модели, 700-е, термоконтейнеров большой выбор. И вот очень интересная моделька, 800-й бокс с двойной крышкой. Так вот он выглядит. И многие, кому не надо сидеть на боксах, сейчас вместо 700-го заказывают такие. Он чуть больше по габариту, по длине. Вот, вот. Ну, корзины всякие разные. Сейчас про корзины расскажем отдельно. Корзины для боксов, для термоконтейнеров, для канистр, для чего угодно. Есть как готовые корзины, так и заготовки. Вот сделаны заготовки под 700-ю корзину. И в зависимости от лодки изготавливаются дуги. Во-первых, там бывает меняется диаметр дуги, во-вторых, бывает меняется расположение дуги и длина дуги для того, чтобы при монтаже на лодку не мешали там логотипы, леера и такие рымы. Поэтому вот это обычные, а это вот еще изготовление коротких на одну лодку. Пример установки корзин на лодку Solar. Установлены корзины под 700-е боксы, по одной корзине на борт. Вот данные места установки на борт являются самыми популярными. Вот так вот это выглядит. Очень удобно, практично и не мешает выполнению других задач. По установке корзин разные корзины заказывают. Вот, вот тоже интересное решение. Заказчик попросил сделать именно вот такие низкие корзины. Сверху он тут будет крепить полностью стяжками боксы. Говорит, зато удобно приехал, отстегнул, вытащил боксы и, допустим, поставил. И в процессе какой-то рыбалки вот эти низкие корзины, они потом уже не мешают. Можно их не демонтировать. У них уже был опыт таких корзин, поэтому заказали именно вот такие. Причем заказали по две корзины на каждый борт. Вот. Такое интересное решение. Ну, это вот типовая корзина. Просто поставил показать. Типовая корзина под 700-й бокс. Также вот нам на другую лодку заказали вот такие корзины. Под маленький бокс. Под термоконтейнер. То есть корзины можно делать любого размера, под любые задачи. Также бывает делаем корзины под канистры с бензином. Вот так вот эти корзины будут без боксов, низенькие, в принципе, не сильно-то и мешают. Если, допустим, приехать куда-то далеко, выгрузить весь скарб и рыбачить на легкой лодочке. Вот так вот. Решение.